Ну что, хвастайся. Я прошла. Понятно? Начало классное. Так нормально? Отлично. Слушай, расскажи, что этому предшествовало. Что произошло? Ничего не произошло. Мы вышли на сцену, пожелали друг другу удачи. И просто сделали то, что хотели. Мы хотели выйти и просто выложиться на полную. Ты была круче? Я так не думаю. Вы были на уровне? Да. Почему победила ты? Потому что я очень сильно этого хочу. Очень сильно этого хотела просто. Я не знаю почему. Ты хочешь сказать, что ты послала сигнал во Вселенную? Может быть. Я его посылала каждую секунду, пока ждала выхода. Пока пыталась заснуть ночь на сегодня. Между прочим, тоже. Туда же, да. Как, кстати, заспалось? Никак. Вообще не спалось? Ноль сна. И как ты думаешь, когда тебе захочется? До сих пор бодренькая. Мне кажется, я не засну. Ну, еще неделю. Да, ну где-то так. Я думаю, что пару мешков вот здесь у меня появится. Оцени, пожалуйста, выступление своего оппонента. Он крутой. Круто получилось? Да, он крутой. Ты всем довольна в его выступлении или есть советы? Нет, я довольна всем. Полностью? Конечно. Да, полностью, целиком и полностью. Он выложился, он сделал все, он спел красиво, вот, и он сделал это душой. И мне понравилось выступать на этой сцене, петь с Миленой в дуэте. Я считаю, что мы сделали красиво. У нас сейчас с самого начала был такой уговор, то есть главное сделать красиво, сделать в дуэте, чтобы это промурашило всех. То есть, и я думаю, что мы добились своего. То есть, я сделал то, что хотел, по сути. Наверное, фишечек не хватило. Какие фишечки вот ты бы, вот представь, у тебя есть шанс переиграть эту партию. Какую фишечку ты бы привнес? Да скриманул бы там нормально, знаешь. И битбокс. Расскажи, пожалуйста, о работе с Монатиком. Понравилось тебе, не понравилось? В чем она заключалась? Как много времени на это ушло и так далее? Да это лучшее, что случилось в моей жизни. О, начало классное. Продолжаем. Правда, нет, честно, я искренне восхищаюсь этим человеком. Это просто человек из всех человеков, серьезно. Он как вселенная. Он максимально добрый. Он очень... Это просто очень крутой человек. И очень классный артист. И я не то, что счастлива, я просто благодарна всему, что способствовало тому, чтобы я была здесь. Я очень рада, что я именно у него в команде, потому что я об этом мечтала. Ты боишься следующего этапа? Конечно, я и этого боялась. И предыдущего тоже. И вообще. Что ты будешь делать, чтобы, я не знаю, спать хотя бы, не знаю, за неделю до того, как начнутся нокауты? Не знаю, что я буду делать. Я буду не спать. Ты будешь не спать? Да, потому что... Я поняла недавно, что я готова не спать и быть в дороге, и делать все, что угодно, но я хочу выходить на эту сцену. Скажи, а из людей, которых ты уже увидела на проекте, кто твой фаворит? Лида Ли. Четкий ответ на четкий вопрос. Супер. Слушай, мы тут балуемся масками в Инстаграме. Сейчас покажу. Булочка, давайте покажем. Хочешь булочку? Да, на какую-то ручку. Булочку. Я похожа на булочку с корицей. Ты готова? Да, готова. Давай. Раз, два, три. И какая ты булочка? С корицей. С корицей! С корицей! Я же сказала, булочка с корицей.